Всем большой привет, канал Багросов и наших новичок. Продолжаем прохождение игры Horizon Zero Dawn. И сейчас мы будем открывать дополнение The Frozen Wilds. Как это делается? Есть побочное задание «Путешествие мерзлой пустоши». Это первое начало открытия. Если у вас его нету, этого задания, и нету дополнения, то, как говорится, ничего не будет, вы не откроете. Если у вас есть это дополнение, вы можете даже без этого побочного задания найти, где это находится. Это находится вот здесь, вот на карте. Вот это вот дополнение. Можно пешочком дойти в эту сторону. Вот так вот это выглядит на карте все. Я уже нахожусь рядышком, и мы с вами начинаем. Погнали. Что нас ждет впереди, я не знаю. Но тут уже у меня ждут коршуны. Так, почему я выстрелил этим луком, да? Потому что когда включаем... На коржинов наводим визор и показывает уязвимость, огонь, сопротивляемость. Вот я и взял это дело. Значит, они лучше всего убиваются огнем. Правильно? О-оу. Тут я промазал. Я их сразу уничтожу, чтобы они мне не мешались. Все, готовченько. Ух ты! Какахина гадость! Вали его этим. Так, давайте уже добьем их, чтобы они мне... Вот не люблю, когда из-за кустов здесь плохо, что не видно. О, это моя коняшка, ай-яй-яй. Так, ладненько, давайте с этим разберемся. Видите, как огнем мне хорошо уничтожаются. Все, практически сразу надо зарядить, изготовить, подобрать. Я тут немножко подосвободился. Сейчас посмотрим, что нам нужно, что нам не нужно. Так, где вы тут валяетесь? Возьмем, что можем взять, так как я не знаю, что нам предстоит дальше. Так, у меня была ночь, хорошо, хоть день в день перешел, то кто? Тут тоже какие-то враждебные люди. Ладно, не будем на них внимания обращаться. Так, еще вот там я где-то, да, наковырял. Давай возьмем. Подлечимся. Так, ну вроде бы все подобрал. Да, ну такое слишком важного нету. Ладно, не будем затягивать. Пойдемте открывать задание. Наше интересное дополнение. Так, я хотел просто тут еще коршуна подобрать. Так, куда-то идти он в ту сторону. Ну, кстати, по дороге и коршун, да, валяется у нас. Где-то здесь. Давай, ловечка, плывечка, ты можешь, я знаю. О-оу, не разбейся, главное. Давай, да заберем. Может быть, нужные нам запчасти. Не хочу я на лошади идти. Вот она начинается, эта красота. Этих ребяток я трогать не буду, если они меня не тронут. Нам сейчас не до них. Вот они все, всякие машины тут валяются. Попробуем, получится ли у нас открыть The Frozen Wilds. Багросу для наших. Попробует или не попробует. Сейчас мы все вместе с вами увидим. Ну так красиво, конечно. Давайте посмотрим, где мы оказались, на какой высоте. Ну, так себе. Красотенько. Ладно, давайте. Мы не за этим сюда пришли. Вот он, танк какой-то. Ржавенький. Давай, лодочка. Так, кстати, что у тебя за костюм? Так, ткач щита, да, одет? Ну, хорошо. Так, кстати, я покажу по записной книжке, что там у меня есть. Так, в общем, никаких животных у меня еще нету. По... Frozen, The Frozen Wilds. Видите, ни наборов, ничего у меня. То есть я вообще пустой практически. Будем это проходить все вместе с вами. Frozen Wilds тоже все по нулям. Давайте. Дальше. Ну вот, начинается красота. Такие неоновые факела какие-то. Сохраняемся. Сохраняемся. Есть, погнали.
Ну, я думаю, это вот сюда, правильно? Вот по факелам идти. Это уже новые цвета. В игре этого не было в основном задании. Horizon Zero Dawn. Вот здесь что-то сейчас будет интересно. Мы это и узнаем, и проверим. Да, вот они, видите, по этим красивым факелам, подсказкам, или как это? Что это такое? Это надо подбирать? Не надо? Нет, не надо. Всякая эта красота. Да, конечно, здесь... Все прям, что здесь лежит у нас. Давайте забирать все подряд, что можем. Что унесем, то унесем. Видите, у меня даже не всего хватает. Так, что по оружию? Может быть, мне надо разработать какое-то оружие, хотя бы чуть-чуть потратиться. Чтобы у меня все могло поместиться. Ну, вроде оружие у меня все прокачано. Я только не знаю, подосвободить место по предметам. Одежда... Так, оружие, одежда, модификация. Вот эту можно модификацию сразу разработать. Пускай денег, модификации у меня пока мало. По ресурсам я выкидывать тоже, наверное, сейчас ничего не стоит. Так как оно в дальнейшем может все пригодиться для разработки чего-нибудь. Так, по сундукам давайте я их сразу открою. Так, хотя я зря это сделал. Не надо было ни сундуки открывать. По боеприпасам, по ловушкам и зельям. Это можно будет продать, если мы найдем зяблика барыгу. То есть торговца. Так, здесь мы все взяли, да? Нет, видите, с первого раза не все взял, но это не важно. Все, ладно, пошли, 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 пошли. Так, сюда наверх. Ну давай. Что ты делаешь, Эл? Этот путь идет за рубку. Банук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчемных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты еще за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что меня все еще заботит судьба этого мира. Я так подумала. Раст рассказывал мне историю про Банука и Кшамара. Как они вплетают синие кабели прямо в кожу. А вот и напоминает, правда? Так может, ты не хочешь пускать меня к Банук, чтобы я не узнала о твоем прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Какой обидчивый. Этот куда-то лезет, там подсказывает нам, да, ненужные вещи. Ну так, начало так приятно смотрится. Что у нас будет ждать впереди? Вот в чем вопрос. Опа, а впереди нас ждет демоническая машина, демонический огневолк. Так, туловище уязвимость. Видите, что показывает туловище сопротивляемость? Так, уязвимость. Хорошо, это нам надо... А у меня такое есть? Сейчас мы и проверим. Тихо, тихо, Элойка, не спеши. Присядь, да присядь, не надо вскакивать. Так, он показал нам... Как это называется? У меня такое есть? Так, вот оно, да? К холоду, да, уязвим? Как ни странно. Давайте попробуем, зарядим ему. Нет, не к холоду. К электричеству. А, нет, к холоду, да. А почему я взял... Так, 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 вот. Ну, конечно, маловато. Ну, ладно, попытаемся. Ну, мы еще и в рукопашке можем нафигачить его, правильно? Ну, хороший такой волк. Хочется его рассмотреть, конечно. Поближе. Он тут прям весь светится. Не дает мне посмотреть его. Ладно, потом посмотрим на его трупачок. Который вот он уже здесь. Сразу я дозаряжаю свое израсходованное оружие. А что-то оно у меня вообще не израсходовано. Я чем в него стрелял, интересно. А уже не интересно. Забираем все, что есть. Так, есть контакт. Одного уничтожили, это у нас получается новый, да, какой-то? Вот он. Посмотрим. Так, не понял.
А я что, две машины, что ли, убил? Огневолк, правильно? Туловище, емкость огнежар, миномет у него есть, электрогенератор, огнежар. Туловище, прочное облачко, защищающее синтетические мышцы и важные системы. Уязвимость к холоду, сопротивляемость к огню. Так, хорошо. Очень проворная и опасная боевая машина, наносящая удар от огня в ближнем бою, используя миномет для поражения цели на расстоянии. Ах ты какой. Ай, так, подождите, не дочитал, там, кажется, внизу еще было. Ядро, светящаяся оплетка, хорошо. Так, а вот это что было? Мне же это не встречалось. Это у нас демоническая машина, сильнее обычных, устойчивая к атакам со стихийным уроном. Не стоит их недооценивать. Сопротивляемость электричества. Ну, странно, она нам показала, а мы ее еще не видели. Ладно, пойдем, значит, она ждет впереди, я так понимаю. Так, вон туда наверх. Хорошо, погнали. Так, здесь я все собрал, правильно? Идем дальше по заданию. Что у нас там ждет дальше интересного? Мне уже нравится начало. Пока один волк попался, но почему-то как-то засчитало, как две машины. Здесь мы, конечно, и ловочка, все греби. Тогда мне придется что-то выбросить. Выбросим потом. Нам главное добраться на самый верх, я так понимаю. Аж не видно. Не показываю. Хочу аж потолок посмотреть, ничего не видно. Так, демонический волчара. А может кто-то рядом с ним бегал? Я не заметил, почему двоих... Вернее, двоих животных хотел. Две машины показал. Так, это мне надо? Наверное, надо. Как раз он у меня пополняется. Знаю, жизнь чуть-чуть. Правда, полезно. Правда. Хорошо. Если она полезная, ночь такая. Конечно, эти факела классно смотрят. Такой неоновый цвет. Так, это что значит? Что-то за звуки такие страшные начались. Так, меня кто-то вычислил. Ну, пойдем знакомиться со странниками и страницами. И засранницами. Опа, а вот и Frozen Wheels. Прикольно. Тут можно забыть, что такое тепло. Вот так мы открыли Frozen Wheels. Если я отойду обратно, что у нас выйдет? Ничего. Но мне это понравилось. Холодно, холодно ей. Вот мы открыли дополнение Frozen Wheels. Здесь сохраниться я еще не могу. Я иду без визора, надо же посматривать, правильно, ладно. Мужик, а ты что там делаешь? Мне к тебе надо было подходить или нет? Ладно, идем по заданию. Можно флажочек убрать теперь, я так понял. А, у меня флажочка и нету. У нас задание путешествием. Ты тут не замерзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Кстати, о птичках. А давайте мы переоденемся. У нас же есть одежда, правильно? Так, без стрелы выдергивать. А нам надо, которая, чтобы не замерзла, да, от рукопашных. Они выстоят под напором любых стихий, просят в суровых условиях. Так, защищают владельца от огня. Так, это не то... Труднее заметить, это хорошее тоже. Вот. Дубленная шкура, мех и бронепластины защищают лиза от холода. Обычный костюм жителей суровых северных краев. Вот мы сейчас переоденемся. Давайте оденем этот костюмчик. Пока драться мы ж не будем ни с кем. Ну-ка, сейчас посмотрим, как она отмерзла. Да? Вот, пришла в себя. Все отлично. Так, здесь сундучки ничего не даете? Ну, как хотите, давайте. 95 шагов осталось. Дополнение Frozen Wheels. Мы открыли с Багроста канал. Все для наших новичок. Ты добралась до зарубки, странница? Но да. Ты здесь не задержишься. Давай поговорим с дозорным. Грань Песни. Самое большое поселение в зарубке. Ну и ладно. Нас же это не смущает.
Большое, небольшое. Нам нужно закончить побочное. Открыть мы уже открыли. Что нам нужно было? Кстати, обнаружена новая зона. Большие... Так, выясните, откуда идет дым. Так, вот эти штучки меня смущают. В первом задании были задания, чтобы их разбивать. Поэтому я пытаюсь сразу это. Это были мишени жвачников. Давай пообщаемся, чувак. Ты будешь разговаривать с нами? Не будет. Ну и не надо. Ладно. По заданию, что нам еще добавили? Смотрим побочное. Чтобы что-нибудь не пропустить. Выясните, откуда идет дым. Ну, пойдем выясним. Как скажете, но мы сразу будем хапать по дороге. Что-нибудь, что тут есть еще интересного? Вон там что-то, это люди, люди. Все жители деревни Банук. Так, давайте сохранимся сразу. Лишний костерчик нам не помешает, правильно? Так, и вот и дым, мы уже подходим, искать будем потом, все, вот мы пришли. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банук сжигают, но не сегодня. Прикольно. Потому что не смогли забрать тела? Ах, печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе. Так, коршуны что-то утащили. Справьтесь с горем, охотники, и убейте его. Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают Банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба... закончилось. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в исступление. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага! Мое копье! Наша кровь в твоих зубах, Аратак! Мы Банук. Наши враги – добыча. Иступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даром. Элой. Я провел тут две долгих зимы.
И до сих пор эти банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком. И половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучий Аратак хочет еще разок повторить все то же самое. Ну, давай почитаем. Банук. А что именно у банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но банук перестанет спорить, лишь когда подыхать ляжет. О, Аурея. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Но Аурею уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает почему. Аратак. Что говорят об Аратаке? Он хороший воин? Он вождь Верака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивей. Но когда он и Аурея привели сюда свой верак, банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой Шилы. И тут этот тип взял да и увел своих на смерть, прямо в когти машин. Я лишился лучших клиентов. Что такое верак? А что вообще такое эти вераки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные вераки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория банук – банур. Это собрание самых больших древних вераков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом вераке есть вождь и есть шаман. Они принимают решения. Это все хорошо. Только вожди упертые типы. А шаманы витают в облаках. Сайленс. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся, будто это страшило, которого банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было, но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в бануре, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище, но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. Ну, прям длиннючий разговор. Давай про демонов и расскажи о себе вначале. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Аурея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышалось доход? Уши подвели. Банук-то не то чтоб сильно жадные, просто торговать любят со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну или хоть кто-нибудь. Кто это мы? Нам. Мне и моей до... моей помощнице, Варге. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры, мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку,
Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел, вы с ней обе... Как бы это сказать-то? Женщина? Нет-нет-нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Демон. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут Ледяной Теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Слухами? Да, нехорошими. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Но это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, Аратак мне так, рассказать? Побочное задание завершено. Путешествие в мерзлые пустоши. Хорошо. Новое побочное задание. Тропа шамана. В следующем эпизоде. На данном этапе мы будем прощаться. Я напоминаю, что по ходу этой игры у меня будут вставлены тайм-коды. Если я что-то буду по дороге находить или еще, обращайте на это внимание, я буду там это все указывать. На этом мы прощаемся. До скорой встречи. Канал Багроса для наших новичок. Дополнение The Frozen Wilds мы открыли и погоним дальше его проходить. Но до этого мы еще чуть-чуть прокачаемся, чтобы быть во всеоружии. Все, всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока, увидимся, услышимся.